Прости, я тебя разбудила. Так это был не кошмар? Нет. Это был не кошмар. Ты же голодная. Примешь ванну, и мы выйдем поищем, что поесть. Как тебе? Хорошо. Я наберу ванну. Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. Ванна готова. Спасибо, Майкл. Со мной рядом житель Корктауна Тодд Уильямс, на которого напал его собственный андроид-горничная модели AX-400. Тодд, расскажите, как все было? Я сидел, ужинал, вообще никого не трогал. Она как налетит, бросилась прям как полоумная, чуть не убила меня вообще. Еле от нее отбился, она сбежала. Спасибо, Тодд. Отовсюду поступают тревожные новости об андроидах. Полиция ведет розыск сбежавшей машины. Лишь бы нашли побыстрее. Это неправда! Он врет! Это он нас чуть не убил! Что мы будем делать? Идти нам некуда. Теперь еще и полиция нас ищет. У тебя есть родные? Кто может помочь? Нет. Был папа и все. Тут остаться нельзя, денег нет. Тот андроид вчера дал мне адрес. Сказал, там помогут. Надо проверить.
Мир против нас, Алиса. Против нас двоих. Мы должны доверять друг другу. У меня только ты, а у тебя только я. И я сделаю все, чтобы ты снова была счастлива. Ты пока собирайся, я найду, чем тебя накормить, и мы пойдем. Андерсон, полиция Детройта. Женщина-андроид вчера вечером ограбила придорожный магазин. Видели чего? Андроид? Нет, андроидов не пускают. А вот такую машину вы видели? Черт, чую уже, что-то с ней не так. Поздно вечером пришла, одета была нормально. Как понять-то? Она еще здесь? Вроде да, в 28-м. Спасибо. Ты жди в машине. Я вам понадоблюсь, лейтенант. Я знаю об андроидах больше, чем вы. Так, слышь, ты уже задолбал борзить. Ты машина, так что делай, что тебе говорят. Я просто выполняю свою задачу. Простите, что огорчил вас. Хочешь дожить до завтра? Тогда хватит меня огорчать. Ушла. Спрашиваем открытый.
Все нормально?